твоя жена. Чего в целом и так достаточно, что ты охуел. Ты никогда не думал, что у тебя будет жена. Стоит в магазине, достает из кармана пакет с пакетами. Ребята, я родился в 90-м году. Я видел с детства пакет с пакетами. Для меня пакет с пакетами — это и есть вот пиздец, как можно это представить. Я не знаю, я всю свою жизнь потратил, чтобы моя жена не ходила в магазин с пакетом с пакетами. Я могу позволить себе дохуя пакетов, если что. Да даже не так, пакеты — это единственное, чего могу позволить себе дохуя. Вот насколько я готов к ситуации. И знаете, что стрёмно? То, что ты уже в этой ситуации, ты ничего не можешь поделать. Тебе уже 28, у тебя уже есть жена, она уже с пакетом с пакетами. Ты стоишь и думаешь, бля, где я виноват-то? Что я сделал-то?